44-летняя Яна Рудковская порадовала поклонников новым видео с 6-летним сыном. Наследник продюсера и 36-летнего Евгения Плющенко провел экскурсию по своей комнате. Саша продемонстрировал свои любимые мягкие игрушки. Все пушистые друзья начинающего фигуриста располагаются около его кроватки. Спят любимые игрушки, и я с ними. А у ваших малышей есть любимые игрушки, с которыми они не расстаются? Написала в Инстаграм Яна от лица своего сына. Саша познакомил поклонников со своими любимцами – Лунтиком, Матроскиным, Носиком, Глазиком, Бантиком, Фифой, Полосатиком и другими. Юный спортсмен дал имена всем своим игрушкам. На видео он признался, что все эти игрушки спят вместе с ним и охраняют его сон. Пост умилил подписчиков. «Моей дочери 25, а она до сих пор с медведем не расстается. Светлый мальчуган Сашенька, спокойной ночи, чудесные игрушки», – пишут фолловеры. Недавно Яна Рудковская рассказала о победе сына. Звездная мама похвасталась растяжкой Саши. Обреченный сын Евгения Плющенко в Париже вызвал беспокойство поклонников.